День молодежи и студенчества круто отметили в Слуцке 23 июня. Начали праздник масштабной практикой йоги на городском стадионе. Попробовать что-то новенькое, встать воскресным утром пораньше и прийти на стадион к 10:00 к преподавателю йоги, владелице студии женских практик «Нежно» Виктории Капской, пришло более 100 случанок. Для спортивных мам мероприятие было очень комфортным, потому что с детьми во время практики зажигала карамелька. Малыши и мамы в итоге ушли в прекраснейшем настроении, что задало отличный тон на весь праздничный день. Почувствуйте себя сокровищем, ценностью и самым невероятным в этой жизни. И скажите себе, я люблю себя. Чуть позже в парке торжественно наградили активных представителей молодого поколения за активную гражданскую позицию, значимый вклад в развитие Слуцкой районной организации БРСМ. Грамоты молодым людям вручила первый секретарь Слуцкого райкома Виктория Задера, а также поблагодарила социальных партнеров. Сегодня у нас отмечается в городе День молодежи, и сегодня у нас в городском парке очень много разных мероприятий творческих, и вот сейчас будет дискотека, мы очень ждем. Нам очень нравится, что в парке есть много возможностей где-то поучаствовать, в чем-то себя попробовать. Еще также мы выступали на концерте, который был днем тоже. Я была в городе, весь Инстаграм был заполнен историями с этим днем, то, что будет дискотека. Я, конечно же, пришла со своей подругой. Сегодня было очень весело, мы ходили в кафе, сейчас будет дискотека, думаю, будет очень круто. Случайно с семьями оторвались на фестивале красок, а позже на настоящем рок-концертом белорусско-моуной слуцкой группы «Доктор Джокер». Немало годов, и я лучше, ты сникла и снова, все перед вашима. Твой вопрос стоит и днем, и ночи. Твой голос звучит. Шакаю, что скажешь. Я вкуснее, хватит для меня. Давай, Кристина! Очень хорошо, что в Слуцке такое вот проводится. Есть куда молодежи хоть сходить, от телефонов отвлекая. День молодежи в Слуцке! Супер! Мы были в парке, тут много развлечений. Выступала очень хорошая группа. Была викторина про Слуцк, мы выиграли блокноты. Были краски в поле, все ходили яркие, веселые и обсыпанные. Все было супер. Вообще, Слуцк тема. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы отыграли один из наших лучших концертов в городе Слуцке на празднике молодежи. Отличная публика, прекрасная аппаратура. Все было очень замечательно. Спасибо всем. Мы очень рады. До встреч. Хотим больше концертов, больше выступлений. Всех вас любим. Ну а зафиналили весь этот движ молодежной дискотекой, для которой Слуцк ТВ собрал партнеров и дарил самым активным подарки. Атмосферу праздника создавали приглашенные артисты, диджей Стас Гусев, телезвезда Анастасия Жигальская и сами гости, наши талантливые случайне. Было здорово! Мимо всяких развлечений. Вы готовы? Вы готовы вернуться еще раз? Я вижу, по твоим волосам ты такой красивый. Я сегодня только покрасилась. Бросьте!
колдуньей, говоришь ты это мне не зря.